Вы любите выпить? Ну, а кто не любит? Элементарно люблю. А ты к кому себя относишь, к пьяницам или к алкоголикам? К дармоедам. Я выпить не любитель, я профессионал. Алкаш. Я не хочу ни пьяниц, ни алкоголиков. А водка, чтоб было. Да мы спортсмены, не видите, что ли там? Два раза пью. На 1 мая и на день рождения. А давно пьете-то? Недавно так. Как подрос, так и начал. 3 года я уже вообще в рот не беру. Не то, что водку или вино, но даже и пиво. Ну вы что, я ненавижу эту водку, чтобы она провалилась. Тар-тар-тар-ры-ры. Скажите, пожалуйста, а кто у нас пьет? Как вы считаете? Пьют неустроенные, неудовлетворенные и недостаточно культурные люди. Значит, практически все. Я считаю, что да, практически все.